Начнем с итальянского. Булочки не меняются. Котлетки. Называется говяжья кофта. Фруктовый рис. Картофель соло масала. Индийская желтая чечевица, жареная цветная капуста. Куриное карри. Картофель фри, овощная лапша. Рыба с чесночным соусом. Вот это нормальная рыба. Виноград кишмиш. Салаты. Детское меню. Рис, говядина, овощное пюре. Вот овощное пюре интересно. Вот так оно выглядит. Так, смотрим, что на улице, какой гриль. Все. Это очередь, наверное, что интересно. Не будешь? Да, но я думаю, она есть. Я жареная, думаю, курочка вкусная. Жареная курица. На гриле. Идем в другой ресторан, который называется «Азиатская кухня». Спасибо. Так. Белый рис. Жареные овощи. Рыба на гриле. Вот ее жарят. Это у нас панированная телятина. Ну, телятина здесь немного другой вкус. Может, какая-то вербежатина, шпинат, рагу. Так, картошка фри, фаршированный перец. Это все ингредиенты для пиццы. Он повар делает пиццу. Дальше бефстроганов. Картофель буланжер называется. Так выглядит. Приправки. Баклажан. Это овощи. Белый рис, шпинат. Там уже был такой. Это ингредиенты для пасты. Вот делается паста с различными начинками. Вот такие пасты. Можно выбирать разные виды. О. Это жареные кальмары. Мне показались пресноватыми. Ну, на вкус и цвет досолить всегда можно. Сладости. Не трогай, вообще нельзя. Есть. Там супчики. Интересно. Салаты. Салаты.
Сегодня у нас суббота. Такое меню субботы.